Привет подписчикам моего канала, тем, кто первый раз зашли на мое видео. Сегодня в видео будут новые футзалки от Криштиану Роналду. Это Меркуриал. Вот сейчас я выкину на экран полное название этой модели. Ну, если так посмотреть, визуально есть сходство с предыдущим Меркуриалом. По подошвам все то же самое, если хорошо посмотреть. Все то же самое по подошвам. Даже визуально кажется, что материал тот же самый. Но только меняется КР7, Криштиану Роналду и чуть-чуть цена, как мы видим. Здесь практически 55, а здесь 50. 5 евро разницы, чтобы заиметь КР7. Ну, здесь есть в рисунках мотивы португальского флага. Кстати, спереди не прошиты. Практически всегда в других моделях футзалки или сороконожки спереди прошиты, здесь нет. Ну, все так более-менее аккуратно сделано, я потеков сильных не вижу. Вот здесь что-то вроде чуть-чуть на подошву зашло, а так все нормально. Мне кажется, они сделаны в Китае. Нет, сделаны в Вьетнаме, в Китае сделаны бутсы вот этой модели. Прекратили их делать в... Через камеру я не вижу, вроде... 18-й год. Да, 18-й. Вот начало, я укажу стрелка, когда начали делать. Вот конец, когда закончил делать эту модель. Визуально все то же самое. КР7 все то же самое, что предыдущий Меркуриал. Но есть разница в цене, другая расцветка и чуть-чуть как будто помягче структура материала. Нет вот такой пупырчатый, а так пупырки немножко тоньше и такие как будто вглубь входят, а не выступают как здесь наружу ромбики. А все то же самое. Те же самые завесом плюс-минус, легкие, и подошва та же самая, все то же самое, но только КР7. В конце видео напишите, что вы думаете об этой модели, стоит ли она своих денег, и что бы вы выбрали, предыдущий Меркуриал или КР7 Меркуриал. В конце видео спасибо за просмотр и до следующей встречи. Пока.